Ёлки зеленые. Как меня все это достало. Каждый день. Итак, вы Петр. Ну да. Это вы звонили? Стало быть, это она. 15-го года выпуска, 35 тысяч пробега. Так. Жрет масло. Для двух лет вполне нормально. Негативная энергия. Масло, этот фильтр 2 недели назад менял. Состояние близкое к идеальному. Непонятно, что к чему. Пробег скручен. Шпаклевка. Какая шпаклевка? У вас все нормально. У меня-то да. А вот у вас, похоже, не очень. Я чувствую. Я вижу. Вы для себя покупали автомобиль? Ну да. Я чувствую эту энергию. Ее ни с чем не спутать. Энергия разрушения. За рулем сидела женщина. Дорогой, я не поняла. Ты машину для себя купил, что ли? Козочка моя, ну, конечно, для нас. Но когда мы вместе, за рулем буду я. Наблюдательный. Вмятинку на коврике, что ли, заметил? Конечно, жена тоже водила. Я чувствую деструктивную энергию. Какую? Деструктивную. Столкновение. Разрушение. ДТП. Это что взяли? Не было такого. Я не зря сказал. За рулем сидела женщина. Бегемотик, клянусь, я этого не делала. Ерунда, Зай, поправим. А это что ли? Да эта жена парковалась, там бордюр задела, чисто бампер заморала. Даже красить не пришлось. Это было... Ровно полгода назад. В этот самый день этого самого числа. Чего? Но это не просто неудачная парковка. Да, не просто. И не случайно. Да я тебе говорю. И не совпадение. Слышь, ты что тут залечиваешь, а? К чему все эти маски? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы никогда не замечали, что с вашим автомобилем что-то не так? Вы можете обманывать себя, но вы же прекрасно все чувствуете. Почему вы продаете автомобиль? Ну, это кризис. Почему вы продаете автомобиль? Че, это мое личное дело. Почему вы... Слышь, блин, что тебе надо? В голову пробить, что ли? Вы, конечно, можете нанести мне физические увечья, однако вы не сможете объяснить тот факт, почему с вашим автомобилем постоянно что-то происходит на ровном месте. Почему то тут вмятина, то там вмятина, то колесо спустит, то неудачная парковка, то что-то еще. У меня просто двор дебильный. А как же вы тогда объясните птичий блок? Птичий что? Не надо думать, что птицы глупее нас. Они прекрасно чувствуют проклятое место и пытаются заблокировать источник. Да они только срут. Постоянно. И только на вашу машину. Я чувствую, вы испытываете ежедневные страдания. Проклятие лежит не только на вашем автомобиле, оно уже перешло и на вас.
Неужели вы не чувствуете этого? Так, заготовки свои убери. Земля вас не держит. Люди обходят стороной даже ваш дом. Воспринимать не хочет. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в гниль и труху. Но это лишь мелочи по сравнению с той катастрофой, которая вас ожидает. Что меня ожидает? Нечто страшное. А знаете, что происходит прямо перед тем, как проклятие срабатывает? Божак стаи помечает жертву. Вас помечали. Что? Вас блокировали? Что? Короче, птицы обсирали? Нет. Значит, у вас еще есть шанс. Я все равно ни хрена не понимаю, что мне делать-то? Избавиться от проклятия можно всего одним способом. Передать его другому. Тому, у кого хватит сил, чтобы его уничтожить. Это кому? Тому, кто сможет провести необходимый обряд и уничтожить сквер. Мне. Но без вашего участия это невозможно. Да что мне делать-то? Передать проклятие? Оформить дарственную? За бред, какая нахрен дарственная? Я ее за 1.5 ляма брал. Выбор только за вами. Для вашей машины уже все кончено. Однако, как только птичий вождь нанесет метку на вас, обратного пути уже не будет. Это уже приговор. Клянусь всеми богами, я сделал все, что мог, но, видимо, предначертанного не избежать, и упрямство сгубит очередного глупца. А я вынужден удалиться. Не вынесу этого зрелища. Ну, мужик, давай так. Бери за полцены, ну. Вы так ничего и не поняли. Эти деньги для вас будут прокляты, и тогда вам уже ничто не поможет. Вас может спасти только искреннее отвлечение от этого зла. Мужик! Он все-таки прозрел, эта душа будет спасена. Теперь вы свободны. Да и мне пора. Привет, козочка. Дело было не в нас. Я все исправил, и все у нас теперь будет хорошо. Хрена себе. Куда они срут все время, а? Бегемотик, клянусь, я этого не делала. Какое проклятие, ты идиот! Вы думаете, вы умнее? Ну-ну. Здесь просто замерла и испепеляю его взглядом. Я тебе устрою революцию, мать ее, дома. Как же вы тогда объясните птичий блок? Да они только срут. Так, еще раз сразу. Да они только срут. Еще раз сразу. Да они только срут. Да что ж такое-то, да? Не могу. А это чувствуется.